вы на канале. Конечно, Алис. И мы сегодня едем. Куда мы едем, Алис, ты не знаешь? Мы едем на поезде в город Акка. Это старый очень город, и мы там будем гулять. Там есть много интересного. И еще у Алис там живут две кузины. Вот мы едем из Хайфы в Акка на поезде. Там на столе идем. Билетики проверяют у нас. Там Лёлик жил, когда он был живем, жил, где бабушка. Вот старый город, да? Ну, здесь, конечно, не очень хорошо видно окно. Мы туда пойдем гулять. Это старый город, ему 5000 лет. Да, там жара на улице, ну сегодня не очень сильно. А, вон гостиница, да. Вот какое красивое дерево. Это арабское кладбище. Ну красивенькое все. А вон там красивое дерево. Вот мы подходим к старому городу. Вот уже здесь начинается стена такая. И вот с той стороны. Вот он начинается здесь. Вот здесь начинается старый город. А вот здесь какой-то местный товарищ что-то громко рассказывает. Мы ничего не понимаем, что. Ну, это не важно. Красиво. Это вот это ворота? Старые ворота. Смотри, Алис, ты въезжаешь в старые ворота. Идите на тротуарчик. Вот старый город. И вот мы в старом городе. Вот такой красивый. Такие красивые старые стены. Здесь все постройки старые. Это нормально, что у меня вот так? Сувенирный магазин. Это театр. Ну надо же, это театр здесь. А это полиция. Даже полиция в старом здании, которому 5000 лет, наверное. Мы пришли в волшебный сад. Вот это волшебный сад с такими огромными деревьями. Здесь такая тень, от них фонтанчик. И вот такие огромные деревья, очень красивые, старые-старые. Рюкзак положите. Смотри, фонтанчик. Смотри, какие деревья огромные, Алис, ты видишь? Ничего себе. Это скамейка просто, зай. Так, нарезаем круги вокруг фонтана. Смотри вперед. Вперед упадешь, Алис. Упадешь, Котик. Мне очень нравятся эти деревья. Они... Дерево все фотографируют. Нет, они такие красивые все. Они такие, каждая... Все такой формы разной. Вот так все перепутаны. Причудливо как бы. Как будто фигуры какие-то и руки. Под таким деревом фотографируются? Под этим или под чем? Под этим. Это тоже красиво. А это какое, смотри, какая. Давай, сейчас я вот это сниму еще. У этого вообще вот эти ветки вниз врастают и опять корни. Это же надо. Потом понадобится. И вот это красивое, да. Вот мы заходим в какую-то красивую старую арку. Еще не знаем куда. Сейчас увидим. Что все такое красивое. Когда ты уже привычный, это одно дело. Вон туда уходит еще какая-то галерея. Ой, длинная.
Это начинается рынок в старом городе. Ну, товары, конечно, все современные, но вообще-то все остальное, все как оно было. Всякие эти фонарики, все это висит так же. Пряности всякие. Смотри, какие рыбины огромные. Страшно. Да, и пахнут рыбой. Креветки, смотри, какие громадные. Фрукты, черешня. Алис, покажи куколку. Как ее зовут? Лили. Ее зовут Лили? Мы в какой-то лавочке, проходя по старому городу, у мадам купили куколку Лили. Пошли дальше. Все те же китайские куклы, но в старом городе. Поэтому достопримечательность уже. Мы идем дальше к морю. Рестораны. Смотри, лев какой, Алис. О, у него глазки стеклянные, зеленые. Смотри. А нет, это не стеклянные, это какие-то камушки или стекляшки. Мы пойдем тогда по набережной, там такой красивый дом, там масса скульптур. Да, и здесь. Осторожно, только смотрите, здесь какие-то скульптуры. Смотри, такие окошки в стене, видишь? И здесь видно море. Здесь раньше стояли пушки. Обороняться от того, кто нападает на Косморе. Правда. Ну, видишь, это стена, и у нее такие бойницы. Везде вот эти окошки проделаны вот тут вот до всей, до конца стены. Видишь, много. Вот мы выходим к морю. Вот центр, так сказать. Какие телеги у них, посмотри, а? Да, это лошадок, смотрю, есть еще. А, это для да. Пам-парам-пам-парам. Вот какая-то башня красивая. Что это за башня, не знаешь? Ну, я знаю, какая-то, наверное, католическая. Нет, какая же католическая месяц и звездочка. Это мечеть, наверное. Минарет, да. Ну, вон, смотри, над часами, там звездочка и месяц. Алис, смотри, какая рыбка вон. Видишь, вон, скульптурка красивая. А на той стороне Хайфа, смотри, на той стороне Хайфа, где бабушка живет. Ты видишь? Ну, мы не пойдем туда уж совсем, просто отсюда. Посмотри, вон мальчики купаются. Вон, видишь. Вот, привет. Здорово. Пойдем посмотрим вон ту рыбину большую. Смотри, какая классная. Вон, видишь, рыба. Вон ту рыбу, пошли посмотрим. Вот такая огромная рыба. Девочки туда прямо залезли. Можешь здесь посидеть на камушке, Алис? Вот, на ровненьком. Только туда не лазить дальше. Вон там Хайфа с той стороны, откуда мы приехали.